торговом доме «Библиоглобус» с успехом прошла презентация книги Игоря Савельева «Зевс». Это второй роман уфимского автора, дебютная книга которого «Терешкова летит на Марс» была награждена Государственной республиканской молодежной премией имени Бабича. Произведения Игоря Савельева уже переведены на 6 языков, входили в шорт-листы премии Ивана Петровича Белкина и «Дебют». Главный герой романа Кирилл – молодой инженер авиации, вынужден постоянно задавать себе вопрос, кто он? Почти античный герой, повелитель молнии, как его уже начинают называть, молодой гений, продолжатель традиций Туполева и Королева, или лузер по меркам современной Москвы и России, любящий и заботливый муж своей беременной жены, или человек без сердца и совести, служитель великого дела или бездельник из умирающей советской конторы. На встрече Игорь Савельев рассказал о своих творческих планах, ответил на вопросы читателей и подписал свои книги всем желающим. Мне было интересно представить молодого человека, наверное, своего ровесника, который работает в какой-то сфере, которая, может быть, сегодня совершенно не публична и не модна, и даже не востребована. То есть он занимается, работает в сфере авиастроения, которая лежит сегодня на боку. Название такое, оно появилось в последний момент. У нас было много вариантов, потому что эта книга очень дорога для меня, и она очень, как мне самому кажется, многоплановая.